это мы добрались до обеда, заказали себе, ну, я не знаю, я, наверное, голодная, поэтому сказала, смотрите, сколько всего себе. Взяла суп полпорции, это он выглядит много, а на самом деле здесь маленькая тарелочка. Опять котлетку с капустой взяла и капустный салат. В общем, травоядная я. Получается, Лена взяла себе пюрешку с котлеткой и капустой тоже тушеной, и тоже капустный салат и компотик. Всем приятного аппетита, кто обедает, и хорошего дня. Идем к друзьям по красивой дороге, прогуливаемся как раз после еды, немножечко растрястись. Сейчас я вам покажу, здесь открывается вид очень красивый. Сейчас немножечко осталось, дойду, покажу. Вот, смотрите, какая тут красота. Море сегодня какое разноцветное, красивое. С видом на Хосту. Смотрите, кого мы встретили. Ползет, ползет. Красавчик. Мне кажется, это она, и она беременная. Олеандр сейчас самый сезон, цветет. Красота такая.